Добро пожаловать в Уфу! До концерта в столице Башкирии мы гуляли по городу и знакомились с достопримечательностями. Я заранее составила маршрут, чтобы все успеть. Ближе к концерту встретились с Максом, скорбь-товарищем с моего прошлого визита в Уфу. И, конечно же, закупились медом. Себе и в подарок. На концерте мы сидели прямо у угла языка, так что я легко вставала, когда очень хотелось поснимать или просто потусить. Thank you.
Был очень смешной момент, когда группа выходила на поклон, с последними аккордами Рудольф кидал мне медиатор. Ну, точнее, не мне, а в зал. А я фоткала, стоя прямо по центру. И этот медиатор попал ровно мне в объектив. И, конечно же, отскочил и упал в фотопит. После концерта я таки решилась купить кепку, а еще из Уфы привезла целых 3 палки. Пока шли на автобус, меня кликнули ребята, с которыми уже как-то пересекались в прошлых турах. А афиша с остановки теперь лежит у нас дома. Только не снимайте их до концерта.